На Кубани региональный материнский капитал в этом году составит более 110 тысяч рублей. Субсидии уже получили более 3000 кубанских семей, большинство из которых использовали деньги на улучшение жилищных условий и образование ребенка. Деньги материнского капитала не выдают наличными. Их перечисляют в безналичной форме на счета и на те цели, которые выбрала многодетная семья. Распорядиться деньгами можно будет после того, как третьему и последующему ребенку исполнится 3 года. Право воспользоваться этой субсидией распространяется и на усыновленных детей. Как уже сообщалось ранее, с этого года направить эти средства можно также на газификацию.